Привет, ребят, с вами я, Гусарник. Сегодня у нас будет новое видео. И Майнкрафт необычный. Потому что мы будем делать аквариум. Аквариум это для рыбок. В смысле, рыбок? У меня же одна рыбка. Сделаем такой аквариум в нашем доме. Достроим крышу. Мы сделаем первого уровня. Иначе мы еще нубасики. Вроде, да? У нас же алмазов-то мало. Не знаю, что это пустое. Ну, допустим. Ребята, сегодня мы будем делать аквариум. Скажу второй раз. И мы сбегаем за песком. Ну. Зачем нам бегать за песком? Мы сделаем стекло. Куча. Главное, это сделать 12 стекол. А то можно 9, но сделать 12. Это мне еще стекло. Стекло там нужно. Ну, 13 штук хватит. И уже ночь. Мне нужно 9 и 9. Это получается 18. Уроки математики от гусарника. Так, добудем еще 15 где-то песка. Плюс-минус должно хватить ровно 18. Да, 15 плюс 16. Все. Так. Ну, что-то слишком мало, поехали просить у математики, сколько будет 3 плюс 3? 4, спасибо. Так, сегодня у нас будет 6 и... А где у меня дом? А вот он. Что здесь такое происходит? Здесь будет булочник такой стоять. Смотришь вверх, а тут булочник. Там что за... Зомби-апокалипсис уже настал, бежим отсюда. Отсюда домой мне никто не лез. Идите отсюда. Я спать хочу. Там опускай. Горят. А я буду делать свиное копыто. Так. 10 золота. Теперь у нас 15 золота. Поспать мне. Я подальше поставил кровать, иначе день не смогу спать. Сейчас посплю. Все, и уберу куда-нибудь кровать подальше, иначе этот торной... Они еще так будут читать. Классу где-нибудь. Вот здесь кровь. Тоже не читать так. И поставил песок жариться. Ну а я пойду уголь добыть. А еще вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Иначе мы до сих пор пытаемся набрать 10 подписчиков до Нового года. Я очень хочу до... Ну, скоро будет 14 декабря, и моему каналу будет 4 месяца. 4 месяца это мало. Ну, кто-то вообще создает 5 дней назад свой канал, поэтому не важно. Иду. В край. Мне нужно найти... Ты что здесь делаешь? Пойди. Ты что сделал? Надо посмотреть в тюрьму всех этих криперов.
теперь у меня факела нету. Ну, спасибо, крипер. Теперь я не буду любить криперят. Ну что, мне взорвал факел? Он взорвал мне факел. Мне нужен уголь. Найти грибы, уголь найти. Это интересненько, конечно. Ладно, сейчас найду уголь на паузе. Уголь на нашей шахте нету, поэтому добываем. У нас скоро алмазная кирка сломается. Мы до сих пор алмазов не нашли. Надо добыть больше угля, иначе у нас нету его совсем больше. Всего лишь 16 штук, это ну, мало чего приварится. Ничего не вижу. Главное, пошли отсюда. Сейчас на паузе я телепортируюсь туда. Раз, два. Все, наконец-то мы добрались. И у нас уже 18. Ура. Мы можем начинать. Возьмем подыцки места. Мечом полного. Так, сейчас я все сделаю. Раз, два, три. 15 лет трудья закончились этим. Берем, что тут говорят. 15 лет строю уже эту штуку. И все как по лапкам. Это круто. Ну, 15 лет строительство – это очень важная штучка. Также я кушать сильно хочу. И ну, давайте. 15 лет труда закончились этим. Мы можем уже заканчивать видео, но я докончу самую последнюю штучку. Вы ее увидите позже. Ребята, я послал всех криперов куда подальше. Но, короче, они пришли, все сломали мне. Блин. Теперь мне надо 5 лет все это строить. Обратно перестраивать, достраивать. Но мы сегодня... Ну, на этом мы заканчиваем наше видео. Надеюсь, больше и не увижу этих дурацких криперов. Ну, а мы заканчиваем видео. На этом я заканчиваю свое видео. Всем до свидания. Всем пока-пока.